Скажите, пожалуйста, вы делаете заготовки на зиму? Мне подружки дают. Что? Заготовки. Ну, сейчас я буду делать. У меня очень много яблок. Мне рассказали много рецептов, и я сделаю конфитюр из яблок. Да, мы варенье варим, компот, грибочки скоро будем делать. Все съедается? Конечно. Я делаю очень мало, потому что я одна. Я сделала компот, 6 банок разного. Из персиков, из яблоков, из черной смородины. Сделала 4 банки сока яблочного. А остальное не делаю, даже хранить негде. А консервированные огурцы и помидоры? Как употребляете? С картошечкой, в салат? С картошечкой. Исключительно с картошечкой. Да делает ли ваша семья заготовки на зиму? Да, конечно, делает. А съедаете то, что делает? Да, конечно. А что делаете в таком случае? Компот, варенье, соленье. Вы что больше любите? Все люблю. Мама же делает. Огурцы, помидоры. Съедаете то, что готовите? Да.